Приветствуем всех, я и наш пес Блэк. Посмотрим, что растет и цветет в моем дворе. Какая огромная, не вмещается в экран. Да. Красотка Брунера. Вот это гигантская хоста. Вот рука моя. Вот какие листья огромные. Очень красивая. Но еще высокая будет, я думаю. Это тоже довольно высокая должна быть, вырасти хоста. Биг Дэдди. Это хоста Халцион. Это маленькая будет хосточка. Ну, небольшая, в принципе. Наверное, такая вот, как сейчас. Канны в горшках. Такой уголочек. Зацветает крупнолистные гортензии. Белые. Надо будет их поменять местами, конечно. Белые. Это розовая будет. Вот это должна быть бордовая. Интересно, зацветает зелеными. Вот, зелеными зацветает. Но потом должна быть бордовая такая гортензия. И еще одна розовая. Хотя я надеялась, что одна из них будет синяя. Когда покупала, одна была синей. Цветет шалфей. Варшавская ночь. Цвет изумительный. Здесь еще у меня посажен белый клематис, но он пока не цветет. Видимо, он поздний. О, зацвел, начинает зацветать. Белый принц или Чарльз, как-то так. Но он вообще очень богатый, такой, очень много цветов у него обычного этого клематиса. Но он везде здесь пошел на на вишню. Хоста Патриот. Патриотка стоит здесь около клематиса, который отцвел у меня розовое шампанское. И готовится к цветению ванила фрайс. Ну, еще, конечно, рановато. Красные какие стебли у нее. Гвоздичка цветет. И цветут лилии красные. Это лилия с маминой дачи. Я, правда, перенесла в прошлом году ее сюда. Кое-что цветает. Угу. Ну, красотка. Уже таким букетиком стоит. Ждет своего часа цветения. Белый медведь. Ну, пока еще рано. Лилии радуют.